Ну, червец, всем салам, собственно, я сегодня. Что у нас сегодня по интересу? То есть, во-первых, это я вам расскажу про работы. Работы на район РПГ довольно-таки обширная тема, про которую можно записать ролик. Хотел бы я сказать, но на самом деле здесь не так уж много работ, на которых вы можете поработать. Начнем с самого простого. Это работа водителя автобуса. Вы уже видели, как я работал, вы уже видели, как это работается. В общем, просто приезжаете вот сюда. Это Лос-Сантос, получается, рядом с автосалоном BMW, ну, если вы играете на район РПГ. Ну, так-то вот. Пляж Санта-Мария, также гетто, и рядышком еще расположен был салон на Нефтаймсе, был, есть до сих пор, вот здесь вот, вон в той стороне. И вон там вот у нас работа инкассатора. Сначала давайте-ка поработаем на вот этом, на нашем любимом автобусе. Вам дается Скания, вы на ней развозите, как вы понимаете, людей. За каждый рейс вам дается 6500 игровой валюты. Ну как за рейс? За одну такую метку. Заработок хороший. И ездить довольно-таки приятно. Особенно на ночпе, который здесь установлен. Дается вам вот такая вот машина. Поворачивает она хорошо. Ну, поворачивала. То есть, вот смотрите. Например, вот сейчас вот начал работать. Вот у нас такой поворот. И мы не въехали. Да. Да-да-да. А, точно. Уже с газом только нормально. Ой-ой-ой. Обманываю я вас, обманываю. Едем сюда. Ну, в общем-то, вы просто едете по маршруту, и за каждый, и за каждое выполненное задание вы получаете 6500. То есть заезжаете на метку, и все. 6500 у вас в кармане. Сделал я все рейсы, вы окончили работу. Хорошо, спасибо. Сейчас тогда мы поедем еще на инкассатор. Но для начала давайте-ка откроем. Вот, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Избился. Ладно, 1, 2, 3, 4, 5,
шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. 24 мы умножаем на 6500. И у нас получается 156 тысяч мы заработали с вами на обычном автобусе. 156 тысяч. Это хорошие деньги, потому что порой даже на развозчике топлива вам могут заплатить за один рейс, ну, от 10 до 400 тысяч. То есть вот так вот. Вот это тоже надо ловить. Надо знать определенные места, точки, до которых ты должен доехать и краски заплатить свои деньги. Из лучших, наверное, мест, которых я знаю, это будет от Сан-Фьера, то есть в горах, откуда я всегда и работаю, ну и в Лас-Вентурасе. Это все, конечно, будет, ну ладно. В общем, работа инкассатора. Добро пожаловать на работу. В общем, здесь все вот сказано. Вам дается форма, вы садитесь в инкассатор, то есть район банк. И едете по маршруту. Красные точки, снимите деньги в банкомате номер 3. Вот сейчас вот, получается, едем и снимаем. Вот мы как раз таки уже здесь. Берем, идем сюда. Плюс 27 тысяч. Это хорошо, так как вы просто приезжаете на эту точку и вам дают как раз таки деньги. Вот, на номер 8. Плюс вы работаете только лишь в одном городе. Вам не нужно никуда больше ездить. Просто работать и кататься по одному городу. Туда-сюда крутить барангу. И все. Чип тоже приятный. Отчасти. Хотя даже не отчасти, а правда он приятный. Не сильно быстрый, не сильно медленный. И в принципе-то себя окупает. Ну, работа... Как работа? Просто ходите и... Ну, просто ездите и получаете определенную сумму денег. Тем более по городу на Форд, это что, транзит? На Форд транзит довольно-таки хорошо зарабатывается. Вот опять же приезжаем вот сюда. Банкомат, кстати, рабочий, так что надо просто сзади подойти. Вот. Банки 52 тысячи. Успешно собрал деньги в банкомате. То есть вот. И со временем деньги, кстати, собираются все больше. Возможно, это из-за того, что вам дальше приходится ездить, либо живут. Что касается, кстати, автобуса, вернемся на ту тему, то работа тоже приятная. Ездите туда-сюда и все. Вот этот, например, рейс был самый хороший, потому что мы откуда уехали, туда и приехали. Ну, почти там 100 метров буквально. О, сегодня у нас урок музыки. Научу вас играть на фортепиано.
Очень много рейсов, и мне кажется, что я уже приустал. Но суть не в этом. Будем считать сейчас деньги, которые я заработал. Будем округлять, не будем как-то делать. То есть вот 27 тысяч у нас будет как 30 тысяч. Хорошо, хорошо. 50 тысяч плюс. Да, нет, давайте 3 плюс 5. Мы не будем считать тысячи. Просто вот, вот если 65... 65 без половины плюс 5 плюс 6 плюс 6. Потом у нас было два рейса, которые сделал на 100 тысяч, и плюс 5 равно того у нас, как это странно не звучало, 560 тысяч. То есть 560 тысяч мы заработали. Смотрите, какое у нас красивое число. 13 777 тысяч 357. Очень красиво. Мне даже нравится. В общем, едем сейчас дальше. Будем искать какую-нибудь еще работу. На развозчике топлива я не думаю, что вам будет уже интересно, потому что будет дальнобойщика у меня на постоянку. Грубо говоря, я вам уже сказал. То, что заработок там от 10 до 400 тысяч. Интерес работы, конечно же, есть. Формула добрая. Хорошо. Давайте сейчас посмотрим, какие места еще у нас есть из интересных. То есть вот OG, это у нас как раз таки и что? И то. Это у нас автобусы. Инкассаторы так и отмечены. А вот буква Т что значит, я не помню. Ну ладно, сейчас тогда покатаемся немножко и еще узнаем что-нибудь. Буква Т это у нас как раз таки... А, точно, это же пост. Так. Ну и похоже все. Ну и есть еще шахтер, но заработок там никудышный, поэтому мы не поедем туда. Знаете, просто что тут есть работа шахтера, но если его выбирать вышеперечисленного, то я бы, конечно же, был на автобусе, либо же том же инкассаторе. В общем, работ очень много. Все интересные, кроме некоторых. Ну,
Я уже все вам рассказал. И показал. Ну как все? Две работы. Как по мне, нормально. Так, вот у нас еще одна работа. Раз-таки хлебовоза. А вот, пожалуйста, смотрите. То есть расстояние, чем больше расстояние, тем больше зарплаты вы получите. Так что вам из всего, что вам нужно узнать, это как раз таки бензин, дизель, что вы будете перевозить, но он тут везде. Поэтому просто вот берем Рублевка 9000. Но Рублевки еще нет. Поэтому, когда вы только вот столько вот, только что, вот выбираете, например, он ДТ. То есть вот это вообще никак не влияет на цену, что вы будете перевозить. Влияет на цену только вот это. То есть машина, которую вы будете брать. Например, возьмем вот этот, 30 тысяч. Возьмем вот этот, 263 тысячи. Принять. Смотрим в F11. И куда нам нужно ехать? На карте... Ну ладно. Ну, на этом мы с вами и закончим, ребят. С вами был я. Спасибо, что вы были со мной. Всем спасибо и до свидания.